Всем привет! С вами Наташа Пархоменко, и вы смотрите мой кулинарный канал. В этом видео я приготовлю невероятно вкусную, очень нежную королевскую ватрушку. В этой ватрушке изумительное сочетание рассыпчатого песочного теста и очень вкусного, воздушного и нежного творожного суфле. Ну что ж, приступим к приготовлению. Для того, чтобы приготовить королевскую ватрушку, мне понадобится для теста 450 грамм муки, 200 грамм сливочного масла, или вы можете взять сливочный маргарин, 100 грамм сахара, щепотка соли, цедра одного апельсина, 5 грамм разрыхлителя. Для начинки 500 грамм творога любой жирности, 1 пакетик ванильного сахара весом 10 грамм, 150 грамм сахара, 4 яйца. У меня яйца средние по размеру, поэтому я взяла 4 яйца. Если у вас яйца будут крупные по размеру, то достаточно будет 3 яиц. Ну что ж, приступим к приготовлению. Для начала мы с Платошиком приготовим начинку. Для этого я взяла творог, пересыпала его в миску. У меня домашний жирный творог, но вы можете взять творог любой жирности. К творогу добавляю ванильный сахар, сахар, яйца. Платошик, давай, добавляй. И все хорошо взбиваю погружным блендером в однородную массу. Не надо. Начинка готова, у меня получилась однородная творожная масса. Ее пока отставляю, займусь приготовлением теста. Для этого я взяла муку, просеяла ее через сито в миску. К муке добавляю щепотку соли, разрыхлитель, сахар и цедру апельсина. Цедра апельсина — это не обязательный ингредиент, вы его можете не добавлять. Или цедру апельсина можете заменить на цедру лимона. Цедра цитрусовых придает пирогу, вот этой ватрушке, очень приятный аромат. Так, я все добавила, теперь перемешаю ложкой. Добавляю охлажденное сливочное масло и всю массу нужно перетереть в крошку. Крошку подготовила, она у меня получилась меленькая, красивенькая. В некоторых рецептах я видела, что сливочное масло натирают на крупной терке. Но я считаю, что этого не стоит делать, так как крошкой с помощью рук получается очень даже хорошая. И терка у нас остается чистой. Будем формировать королевскую ватрушку. Для этого возьмем форму, диаметр формы у меня 26 сантиметров. Дно формы я застелила пергаментной бумагой, бока формы хорошенько смазала сливочным маслом. Высыпаю чуть больше половины крошки в форму и равномерно распределяю ее по форме, формируя бортики высотой приблизительно 1,5-2 сантиметра. Подготовленную форму выливаю начинку. Сверху высыпаю крошку, которая осталась, и все хорошенько разравниваю. Отправляю ватрушку выпекаться в предварительно разогретую духовку до 180 градусов. Буду выпекать приблизительно 40 минут. Нужно, чтобы ватрушка сверху хорошенько подрумянилась. Но вы лучше ориентируйтесь по самой ватрушке, ведь у каждого разные духовки и по-разному они выпекают. Ватрушка испеклась, она немножко подрумянилась. Оставляю ватрушку в форме до полного остывания. Ватрушка полностью остыла, я ее достала из формы, и можно сказать, что королевская ватрушка готова. Она получилась красивая, румяная и очень нежная. Я вам сейчас разрежу и покажу, какая она получилась в разрезе.
Посмотрите, какая получилась красота! Очень вкусное рассыпчатое песочное тесто и нежное воздушное творожное суфле. Я надеюсь, вам понравится этот рецепт и вы обязательно его приготовите. А с вами была Наташа Пархоменко. Смотрите мой канал, подписывайтесь, ставьте лайки. А я буду радовать вас новыми вкусными рецептами и полезными советами. Приятного аппетита и до новых встреч!